много лет назад, кажется, много, кажется, вчера, но это 4 года назад, когда я сидела точно так же в маленьком зале у нас в Казахстане, в Боровом, я слушала Романа Викторовича, и я на тот момент была уставший сетевик. Есть в зале уставшие сетевики? Вы знаете, мне казалось, я работала много. Ну, на самом деле, я работала всегда много, всегда развивала регионы, но денег не было. И когда я слушала выступление Романа Викторовича, мне казалось, что он говорил только мне. И я тогда приняла решение, что я присоединяюсь к этому проекту, что это именно тот проект, который я ждала всю жизнь. И я точно не ошиблась, потому что за эти 4 года моя жизнь простого врача превратилась просто в сказку. Я вам даже скажу, что последний пассивный доход, который я получила в нашей компании, я посчитала, пассивный доход – это не гонорар, друзья. Он равняется зарплате 5 клиник врачей за один месяц. 5 клиник врачей – это мой один пассивный доход, друзья. Это в нашей компании самый щедрый маркетинг. Я поняла, почему человек может быть успешным. В чем секрет? Первое и главное – это умение брать ответственность. Ответственность в собственные руки. Это мой бизнес. Не моего руководителя, не моего директора. Это мой бизнес. И я должна, неважно, на первом я уровне, на втором уровне, поставить ту систему обучения, которая есть в нашей компании. В нашей компании не нужно изобретать велосипед. У нас все есть. Нужно просто повторять все, что есть в нашей компании. Я помню, когда мы начинали 4 года назад с Айгуль Касабековой, мы приходили в зал на презентацию, у нас сидел один человек и два лектора, 40 минут, тогда без слайдов. Мы начинали без слайдов. Мы рассказывали о возможностях нашей компании. Сегодня и сейчас на последней нашей презентации было более 600 человек, друзья. И это правда система. Ваша задача – научить ваших партнеров держать систему в городе. Неважно, какая погода на улице, всегда среда обучения. И наши партнеры привыкли приходить в любом настроении, в любую погоду, получать знания, делиться этими знаниями. И наша задача научиться. Вот сегодня у нас у директоров мы посовещались, и мы решили, что каждый день недели в офисе проводилось бы обучение. В понедельник одна дирекция проводит, во вторник вторая дирекция проводит. Или внутри дирекции один лидер четвертого уровня, второй лидер четвертого уровня. Расписать так, чтобы каждый день проходило обучение, потому что наши партнеры суперпрофессионалы своего дела. Второй большой секрет успеха – это широкая первая линия, друзья. Каждый день знакомьтесь с новичками. Каждый день. Друзья, это ваш хлеб. Я спрашиваю, ну почему врач, который пошел на работу с 8 до 6, он врачует, или бухгалтер там с 8 до 8 работает на своей работе, а мы, представьте себе, наша с вами, даже работы не поворачивается язык это сказать, наша с вами деятельность – это знакомиться с новичками и расширять свою первую линию. Я безмерно рада тому, что в моей первой линии более 70 человек. За все 4 года у меня ни один раз не было клаузы, ни одного раза, друзья. Я даже это ругательное слово не знаю. Всегда 0-0, я думала, у всех 0-0. А клауза, она, это справедливый момент в нашем маркетинге. Очень правильный. Благодаря клаузе мы зарабатываем очень хорошие деньги. Следующий секрет успеха – это, конечно же, когда мы говорим «будь энергичным и страстным». Я своим партнерам говорю, если у тебя нет настроения, ну мало ли, что-то бывает дома, в социуме и так далее, не ходи на встречи. Если твои глаза не горят на дальний свет, как говорит наш Андреас Винс, если ты не горишь, если в тебе нет страсти,
Ну просто не ходи навстречу, просто посиди в этот день дома, послушай медитативную музыку, зарядись успехами, почитай книги, но зарядись внутри. Ты должен четко понимать, а пойдешь ли ты сам за собой таким, какой ты сегодня есть? Являешься ли ты сегодня примером, образцом? Если ты готов за собой идти, ты все делаешь правильно. Поэтому, друзья мои, еще один секрет нашего успеха – это продавайте истории. Продавайте истории. Наш бизнес – это бизнес истории. Например, в моей команде есть женщина, которая работала в одном административном помещении. Она мыла полы. Ее зарплата составляла 6 тысяч рублей. За прошлый год она купила 2 квартиры через БСВИ недвижимость. Она построила команду, друзья. В нашей команде есть партнеры, которые, вот более 10 человек, которые купили, внимание, через наш BestWay недвижимость, более 4 квартир, 4-5 квартир. Продавайте эти истории, это возможно. Сегодня наши директора достаточно зарабатывают. Вот даже достаточно, это, наверное, не то слово. Столько зарабатывают, что наши директора, вот буквально неделю назад наши казахстанские директора сами объявили промоушен и вывезли 30 человек на Канарские острова, друзья. И это они имели эту возможность оплатить. Шикарный приватный отдых. Вот с компанией Life is Good, вы знаете, просто все меняется. Сегодня за это время я сама купила через жилищный кооператив BestWay квартиру своей мечты. За это время я вам скажу, что уже последние несколько лет я живу только на пассив. Тело остается, проценты тратятся, но я вам скажу, что чем больше ты тратишь на 8-9 уровне, вы будете много тратить, но оно будет много приходить. Я не знаю, что за секрет, но чем больше вы будете тратить, тем больше вы будете зарабатывать. Это 100% так, я в этом убедилась. И я вам скажу, что вы должны сами себе задать вопрос. Ты человек, который горишь, или ты человек, который штиль? Вот так живешь и, ну, проживаешь свою жизнь просто так вот, ну, не очень так, как хотелось бы. Нужно каждому стать тем примером вот такого драйвового лидера, человека, который радуется жизни, человека, который не пропускает ни одного мероприятия. Вот представьте себе, сегодня мы находимся в этом зале, а какое количество людей не приехали, потому что нашли 1000 причин. Им стало жалко денег, они не заработали на поездку. Что-то 1000 причин они придумали. А вы, кто находитесь здесь, вы сделали правильное решение, приняли правильное решение, потому что именно на конгрессах, именно на таких мероприятиях происходит внутренний рост. Вы внутри становитесь такими большими, что когда вы вернетесь, за вами будут сами ходить ваши клиенты. И я вам еще раз скажу, что набирайте, последний мой секрет, набирайте в свою команду сильных партнеров. Вы знаете, сильнее, чем ты сам. Кажется иногда, что пойти к какому-то руководителю или еще человеку, который успешен в этой жизни, успешен в своем линейном бизнесе, страшно. Страшно даже поднять телефон, договариваться с ним. Но вы не представляете, когда вы проведете одну встречу, и пусть этот человек не станет членом вашей команды, но сколько опыта вы наберете. Вы будете подготовлены, у вас будут готовы все материалы, вы посмотрите все видеорепортажи, вы подготовитесь, и от каждой такой встречи вы будете расти больше и больше. Приглашайте в бизнес тех, кому самим надо. Больше, чем вам. Мы привыкли, пригласим, а потом как тележку тащим, тащим, тащим. И кажется нам, что он должен стать директором. Нам, руководителем. А он об этом и не думает. Приглашайте тех, кто сам этого хочет, кто сам горит, кто сам готов делать этот бизнес. И тогда ваши команды станут командами великанов.
и ваша жизнь будет. Life is good, друзья!